ранее посещали нашу страну. Поэтому давайте будем принимать их радушно и с чистым сердцем. Но откроет наш концерт даже одной коллектив российских флейтистов из Московской государственной консерватории имени Чайковского. В состав квартета «Шаун де Флюр» входят Варвара Мистюкова, Дарья Аврамова, Екатерина Лиманцева и Елена Корин. Сегодня для вас они исполнят произведение Ильи Шипилова, которое называется «Пейзаж». В них входят капли, ветер и утро. Поприветствуем на сцене Александра. Thank you.